Новости спорта. Турнир по боксу памяти Владимира Поветкина стартовал в пятницу в Курске в спорткомплексе ЮЗГУ. Более 20 лет Владимир Иванович возглавлял Федерацию курского бокса. И успехи наших спортсменов связаны в том числе и с его именем. Под руководством и с участием Поветкина-старшего было подготовлено 20 мастеров спорта. Но главным его воспитанником стал сын Александр, единственный из российских боксеров, выигравший Олимпиаду в супертяжелой весовой категории. На торжественную церемонию открытия турнира пришла вся семья Поветкиных, в том числе и мама Владимира Ивановича Мария Никитишна. Александр от лица семьи и Федерации бокса Курской области вручил памятные подарки всем, кто поддерживает и развивает этот вид спорта в регионе. А главной целью турнира Александр Поветкин видит пропаганду здорового образа жизни среди подростков. Ну, цель, во-первых, память отца, во-вторых, привлечь молодежь к спорту. Конкретно русские ребята должны заниматься, должны быть сильными, потому что русский человек – это воин. Мне, конечно, неприятно смотреть, когда сейчас считают, что русский – это какой-нибудь пьяница, алкоголик, наркоман. Я считаю, что это не так. В столицу Соловьиного края прибыли более 50 спортсменов из Курской, Белгородской, Липецкой областей и Ставропольского края. Организаторы планируют сделать турнир ежегодным и впоследствии мастерским.